что сейчас можно сказать о атаке и о работе нашей противовоздушной обороны? Абсолютно очевидно, что враг пытался максимально истощить системы противовоздушной обороны. Это не в первый раз один из приоритетов таких атак. И враг продолжает атаковать с использованием стратегической авиации. Это те самые ракеты, которые они долгое время накапливали и сейчас пытаются компенсировать неудачи на фронте вот этими ударами и террористическими актами по всей стране. Сосредоточение ударов, как правило, действительно направлено на столичный регион, на значимые регионы, которые, несмотря на серьезные давления в их отношении, продолжают функционировать и поддерживать экономику Украины. Это серьезное значение имеет в условиях войны, потому что действительно нам необходимо для поддержания боеспособности государства, продолжение развития предпринимательской сферы. И в связи с этим действительно продолжаются атаки с использованием ракет, в том числе по жилым кварталам. Жилым и промышленным кварталам — это приоритет врага уже на протяжении нескольких дней. Мы фиксируем, что одновременно происходит давление на экономику и на морально-психологическое состояние.